Финно-угорские народы со всей России соберутся в Тверской области. В последние сентябрьские выходные в Доме народного творчества пройдет фестиваль искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит». Проект в этом году отмечает свое десятилетие. Прежде в нем принимали участие народы из Республики Коми, Удмуртии, Мариэл, других регионов страны, где живут представители финно-угорских народов. В этом году фестиваль расширил свою биографию и проведет праздничные мероприятия транзитом в Нижегородской, Рязанской и Вологодской областях. В его рамках участники-организаторы филиал Финно-Угорского культурного центра России привезли выставку декоративно-прикладного народного творчества. А кульминацией станет концерт этнической музыки 26 сентября, где будут задействованы народные инструменты, а сами выступления будут проходить на родном языке. Гостей ждут также экскурсионные поездки по Тверской области. Они, в частности, посетят Лихославль, столицу Тверской Карелии. На территории Тверской области исторически проживают тверские карелы. Когда-то они сюда перешли из Ладожского озера. Вот. И поэтому и этот такой был главный мотив для того, чтобы провести здесь. Ну а вообще финно-угорские самодийские народы и все народы России, они вообще проживают на разных территориях нашей страны.